Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот печеньки чоколины шоколадово, глазированные с арахисом. Так они выглядеть должны. Вот здесь вот в разрезанном виде, как они должны выглядеть. Это вообще нарисовали где-то сбоку, видимо, чтобы люди сразу не заметили. Сейчас мы будем проверять, я ее специально купила, чтобы проверить. Внутри они выглядят так же, вот, как нарисовано на упаковке, или нет. Так, у нас здесь 220 грамм. Состав, когда я покупала, я состав не смотрела. Сейчас я посмотрела, здесь целых 10 Е добавок. Обычно я не покупаю, если есть больше 5 или 3 Е добавок. Но тут я не посмотрела, мне было важно знать, какие они внутри. Потому что обычно, если сложно нарисованные, то есть фотографии, вернее, сложных продуктов, элементов, печенек, то внутри они выглядят как-то не очень красиво, совершенно по-другому. И чисто для вас мне очень интересно, чтобы вы тоже не ошибались, потом не покупали в подарок какую-то фигню. А чтобы знали, как они выглядят. Вот, давайте их откроем, потому что мне не терпится. Они в своей очереди уже ждут довольно давно. К сожалению, у меня продукты стоят в очереди. Все это довольно сложно, но они стоят в очереди. Сначала в очередь на фотосессию, а потом очередь сюда, на стол. Вот, немножко рассказала вам свой маленький секрет. Пошел приятный запах. И давайте будем сейчас открывать. Давайте так, напишите в комментариях, как вы считаете, внутри печеньки выглядит точно так же или нет. Напишите, как бы лучше написать. Напишите так же или нет так же. Наверное, давайте так. Или давайте так, красивые и некрасивые. Вот это вот у нас красивые, а там вот некрасивые. Я немножечко подожду, напишите. Пишите, пишите, мне будет очень интересно, мне будет очень приятно. Мне приятно, когда вы смотрите. Стараюсь я для вас. Покупаю все это, тоже стараюсь, тоже для вас. Да, конечно, я сладкоежка, но у меня периодами. То я могу съесть коробку конфет, то потом мне может целый месяц-два вообще ничего не хотеться. Вот. Да, кстати, арахис выглядит вот так вот. Целых две штучки лежат в нем. И надеюсь я, что вы написали комментарий, мне будет интересно очень читать. И давайте их достаем. Опа! Ну, что сказать-то? Что-то я... Мне кажется, они даже или размеров разных, или как-то тут меньше, тут побольше, тут еще больше. Или мне просто кажется. Так, тут три. Три, да, тут четыре. Что-то мне даже кажется, одной печеньки не хватает. Ну, в принципе, они выглядят довольно так же. Это вот тут одна какая-то неправильная. Ну да, почти так же. Тут только... Тут орехи поменьше, тут орехи покрупнее. Тут они, смотрите, лежат... Это одна, что ли, печенька? Лежат как-то все вместе, в кучке такой. То есть нет таких больших пробелов. Тут вот прям пробелы такие есть. Сейчас я возьму тарелочку. Так, вот моя тарелочка. На ней будет, конечно, гораздо поудобнее. Так, ну, в принципе, они довольно симпатичные. Если, конечно, не считать вот эту.
И знаете, что самое интересное, когда до них дотрагиваешься, вроде у нас не 40 градусов жары, не 30, то шоколад этот, он начинает таять и остается на руках. Это не очень приятно, не очень комфортно или удобно. То есть даже вот сейчас я делала обзор на шоколад. Шоколадку берешь, но она не настолько тает. А это вот даже прям чувствуешь, как она тает. Видимо, немножко качество шоколада другое, что ли. Хотя я добавок столько. Странно. Вот продают в магазине, кстати, зайцев всяких шоколадных. Там добавляют Е-добавок очень-очень много, чтобы он не таял. Там их в районе 100 Е-добавок. Вот. То есть они стоят там в жару, стоят, не тают, с ними все в порядке. Вот. А тут тоже вроде как много, но странно. Давайте мы его сейчас разрежем. Посмотрим, что у нас внутри. Опа. Так, господи, как он тает ужасно. Да, внутри он такой же. Я еще его взяла, видимо, правильно отрезала. Если бы я отрезала, наверное, с другой стороны, то мы бы с вами не попали на такие печеньки. Ну, да, тут печеньки. Я почему-то думала, что там будет какая-то типа вафельки внутри, то есть крем, вафелька и шоколад. Почему-то мне так показалось. Нет, тут печеньки, сейчас мы с вами будем их пробовать. Очень вкусное печенье, очень рассыпчатое. Прям, не знаю, ну прям очень рассыпчатое, такое прям бесподобное. Шоколада немножечко маловато, но очень вкусно. Еще добавка эти орешки. Просто очень вкусно, очень бесподобно. Мне очень прям понравилось. Но единственный минус – 10 Е-добавок. То есть, и еще, в принципе, там состав довольно плохой, скажем так, плохой, да. Сейчас я тут. Ну, тут очень тоже очень-очень много в составе, и 10 Е добавок. Я не буду перечислить, просто этот состав будет в конце ролика, фотография. Вы сами все почитаете, потому что это сейчас ролик затянется очень-очень-очень надолго. Вот. Ну, честно, для меня 10 Е-добавок – это очень много. В основном, вот, да, бывает 10, 12, 15 и больше. Это очень много. То есть Е-добавки, от них там… Также онкологию, там все заболевания. Ну, напишите в комментариях, как вы считаете, что будет человеку от Е-добавок. Напишите в комментариях, мне будет интересно ваше мнение. Может быть, у вас на этот счет другое мнение. Может, вы что-то где-то слышали. Может, вы смотрите телевизор, потому что я его не успеваю смотреть. И, может быть, сейчас уже какая-то другая информация пошла о Е-добавок. Добавках. Вот, обязательно напишите. Печенье, в принципе, да, его можно подарить. Его, ну, в принципе, его можно купить раз в год и поесть. Раз в год — это ничего страшного, не будет такого. Вот. Или его, наоборот, есть целый год. Вот. А тут вот он уже не половинки. Или даже, наверное, знаете, мне кажется, они не длинные вот такие, а просто по маленьким половиночкам. Ну, не знаю, это мы никогда не узнаем об этом. Ну, и тут тоже сбоку. Вот, видите, все, я уже в шоколаде. Блин, ну, я не знаю, это только зимой, если его есть, что ли. Вроде у меня не такая жара и не такие горячие руки. Вот. Ну, да, подарить это печенье можно. Я думаю, это будет приятно человеку, который хотя бы любит орехи, хотя арахис считается, ну, в принципе, самый дешевый орех. И, я так понимаю, он считается не очень хорошим орехом. И из-за того, что можно им отравиться или там что-то такое. Честно говоря, я ела
очень-очень много орехов. Во время беременности мне прям арахис хотелось ужасно много. Я довольно много съедала. Но нет, ничего со мной не произошло. С ребенком тоже ничего не произошло. То есть все нормально. Не знаю, может быть, ошибся кто-то. Кто подал такой слух. Не знаю, пишите тоже в комментариях, как считаете вы. Вот. Да, подарить можно. Также на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. Обязательно пишите комментарии. Мы с вами немножечко даже больше по времени.